Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Анжелика плюс Гортензии. Я из Волгограда. Хочу сегодня показать вам клумбу, в которой сидят у нас крупнолистные гортензии. Вот, высажены они были сюда еще в конце апреля. Вот потом возвратные заморозки в мае. Все это укрывается, закрывается постоянно. Теперь вот сетка-теневка. До 11 утра у нас тут тень. А потом целый день жара, пекло. Хочу сказать, что участок наш находится вот на такой вот солнечной территории. Весь как на ладони просматривается. Очень солнечно, ярко тут. Думала, под двумя вот этими яблонями, две яблоньки растут, будет более-менее им хорошо. Но нет. Солнце такое, что испепеляет все. Поэтому было принято решение сделать здесь вот такую клумбу. Ну, она у нас, конечно, была. Многолетнички тут растут. Пиончики, лилии, всякие цветулечки. Кое-что я убрала, кое-что оставила. И потеснила их своими гортышками. Более 40 сортов высадила сюда, в открытый грунт. Вот. Хочу сказать, что чувствуют они себя тут замечательно. Иногда, конечно, подгорают на солнышке. Иногда вешают уши, если я что-то вовремя не прикрыла. Но общее состояние их замечательное. Мне нравится гораздо больше за ними наблюдать в открытом грунте, чем в ведрах и контейнерах. Сетку вот эту вот мы натянули, потому что собачки очень любят эту клумбу под пиончиком где-нибудь вырыть яму и прилечь. Вот. В дальнейшем эта сетка будет убираться. Натягивать сюда будем утросил, как притянение. А на зиму ее опять ставить и укрывать уже, ну, спанбондом, там, двойным, тройным, пятерным. Не знаю, как получится. Пока что вот так. Очень нравится мне клумбочка эта. Высадив сюда их в открытый грунт, но я им задержала цветение, потому что наращивали они корневую свою. Цветение у меня чуть-чуть припоздало, но зато сейчас стоит все на бутонах. И в скором времени здесь будет взрыв цветов. Красота нереальная. Так вот. И еще причиной тому, что я их высадила в открытый грунт, стала моя ужасная боязнь потерять свои вот эти вот дорогие сорта маточных растений. У меня тут и черные рыцари, матахари, и музыкальные коллекции, и рембрандты, и новая коллекция хавария. Ну, много тут очень хороших сортов, которые я реально боялась потерять, потому что опыт выращивания в ведрах-контейнерах у меня доводит порой до таких плачевных результатов, что сердце кровью обливается, сколько растюшек я уже потеряла. И вот сравниваю сейчас растения, которые сидят здесь в грунте, и которые у меня много еще гортешек, которые в контейнерах, в ведрах посажены. И вот сравниваю я их и прихожу к выводу, что гортензия – это все-таки уличное растение, которое великолепно чувствует себя в открытом грунте. Главное – организовать ей правильный уход. Вот сюда уже, в эту клумбу, тоже высадила вот из ведер вчера, потому что не могу, сил уже нет смотреть
как они там загибаются и мучаются. С некоторыми сортами ничего, все нормально. А некоторые, не знаю, одинаковый уход, все одинаковое. А некоторые в один день могут просто взять, загнуться и уже не восстанавливаются. Так что вот такие вот дела, друзья. Потом сделаю вам подробный обзорчик по сортам на этой клумбе, что у меня есть. И не только в этой клумбе. Вот. Будем с вами наблюдать, как все будет распускаться.